Запорожская КП «Пресса» на грани забастовки. Таким образом, его работники готовы протестовать против незаконных, по их мнению, претензий налоговых органов к предприятию. В подобном явлении руководство КП видит очередную попытку вывести прессу из собственности города и передать в частные руки. Проверка налоговой, которая теперь вызывает такую серьезную волну непонимания, проходила в КП «Пресса» с начала апреля до начала мая. В заключении проверяющие написали, что предприятие из-за того, что якобы пренебрегало транспортными накладными, не доплатило налогов на сумму более 2 миллионов гривен. В КП «Пресса» такую информацию называют неправдивой, утверждают, что не имеют отношения к транспортировке всех товаров, которые продают. Согласно документам, они работают лишь на основе товарных накладных. Все, что происходит сейчас в КП «Пресса», называют отголоском прошлогодних рейдерских атак на КП. Это были два мощных медиахолдинга киевских на тот момент, это 10-й год. И я помню, я думаю, вы тоже помните, когда в интернете даже стояла цена вопроса продажи коммунального предприятия «Пресса» порядка 15 миллионов долларов. В предприятии намерены добиться правды в этом вопросе. Даже написали письмо в адрес президента. Мы заинтересованы в восстановлении истины в данном деле. Согласно пункта 2.3.4 порядка, не допускается отображение в акте проверки необоснованных данных, а также субъективных предположений проверяющими, которые не имеют подтверждающих доказательств. Стоит отметить, что КП «Пресса» является одним из лидеров по продажам среди всех КП подобного профиля в Украине. И, как подчеркивала сегодня на пресс-конференции Ольга Шевцова, предприятие, которое является лакомым куском, особенно накануне выборов.